В одном бою, рассказывал старец, я вырыл себе небольшой окопчик. Один солдат подполз и попросился ко мне. Я потеснился, и с трудом мы сидели в тесном этом окопчике. Потом, когда приполз еще один солдат, я выбрался из окопчика и дал ему возможность укрыться. Вдруг один осколок чиркает меня по голове. Я был без каски, только в капюшоне. Щупаю голову рукой и никакой крови не чувствую. Снова щупаю – ничего. Осколок сбрил на голове волосы, оставив голую полоску 6 сантиметров шириной, но не осталось даже царапины. Уступив ребятам место в окопчике, я сделал это от сердца. Лучше, подумал я тогда, если меня сейчас один раз убьет, чем убьет кого-то еще, а потом и меня всю оставшуюся жизнь будет убивать совесть. Как я вынесу мысль о том, что я мог его спасти и не спас? Конечно, Бог очень помогает тому, кто жертвует собой ради других.